Спортсмены Денис Спецов и Иван Якимушкин – оба олимпийские призеры, победители мировых кубков и чемпионатов. Впервые прокатятся по марафонской трассе в Мурманске. Раньше в городе они бывали только проездом. Мы сейчас на данный момент слетали, например, на Сахалин, открыли для себя сахалинский марафон. Также мы хотим сейчас открыть для себя мурманский марафон. Но в любом случае, как профессиональные спортсмены, мы все равно хотим всегда выиграть. Также с журналистами пообщался Александр Панжинский. Его можно уже смело назвать завсегдатаем мурманского лыжного марафона. Он не только участвует в гонке, но и проводит мастер-классы или предлагает свои идеи для продвижения праздника Севера. Каждым годом все больше и больше знакомых хотят поучаствовать здесь. Но быстро кончаются слоты. Большой рост популярности в лыжных гонках среди любителей. Много новичков появилось, там, от 30 до 60 лет, готовы приехать познакомиться с мурманской природой и проехать 25 километров, возможно, впервые в своей жизни. Стоит действительно подумать о кратном увеличении числа участников на 25. Две трассы 25 и 50 километров 1 апреля пробегут 1150 спортсменов. Во втором марафонском дне примут участие 740 лыжников. Марш малышей пройдет 2 апреля. Организаторы увеличили дистанцию до 300 метров, а количество участников до 500. Лада Егорова, Павел Третьяков, ТВ-21+.